Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления детей в Ханголасском районе. Напомним, сегодня на сайте Якутского САХА информационного агентства опубликовали статью о поступлении в Ханголасскую ЦРБ воспитанников Актемского лицея-интерната с диагнозом острый гастроэнтерит. Следствие установило, что в медучреждении оказался 21 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Их состояние медики оценивают как стабильное, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Воспитанники интерната находятся под наблюдением врачей. В рамках проверки следователи установят обстоятельства отравления детей, дадут процессуальную оценку действиям персонала воспитательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следственный комитет. Вчера ночью поступило 21 детей с диагнозом острый гастроэнтерит. Жалобы именно боли в животе, жидкий стул и температура. Тошнота, головные боли, слабость. Дети связывают с употреблением сока «Добрый» и добавили рулет «Сказочный», готовый рулет. Сейчас у детей состояние стабильное, все, анализы все в работе.